Что ты можешь нам сказать напутственного? Добрый путь. Куда мы едем? В планерную. На планерную. В планерную. Да, папа? Я не еду. Ты ведешь? Да. Дурак, в отражении видно. Не, в чем куда у нас будет? Далеко надо. Папа, что, подождем, что ли, последний? А чё, как далеко-то? Чё, пропускал? А, давай. Я посчитал, что так будет правильнее повернуть. Так, повернись ко мне. Так. Привет! Она заняла первое место. В команде. И что? Ты принесла победу своей команде? А? Я была главная. Победи. Давай что-нибудь модное. Б. Привет для Таисии Пики. Что за Таисия? Пика. Кто это? Моя подписчица. Что, ей нравится Сенин? Трусы Сенины. Что? Кому-то нравятся Сенины трусы? Да, есть такие люди. Я тоже не понимаю их. Так, Ксюша несет мою сумку. Она хочет меня к себе заселить, но на самом деле я у нее живу. На самом деле это я у нее живу. Да, на самом деле это она у меня живет. И вот сейчас она мой дворецкий несет мою сумку. Нам туда, Ксюша. А еще мы потеряли собаку. Вот она вообще-то, Ксюша. Нет, мы ее потеряли до этого. А еще она сейчас идет кушать. А мы пойдем сегодня... Разное. Давай пошагаем Мишу и пойдем... Прыгать с моста. Да. Ты можешь уйти? Нет. Я ухожу с Ютуба. Да? Вот просто посмотрите, как починили эту трещину. Просто замазали. Норма. Здрасте всем. Наверное, это делается так. Прикол в том, что я... Меня послали скотину, а я не знаю, где она. Короче, я не только просрала собаку, я еще и просрала Кузнецову Ксюшу. Потому что я правда не знаю, где она. Ее здесь нигде нет. Я надеюсь, я иду в правильном направлении, но если нет... Ну, значит, сорян. Я иду домой с Ксюшиным фотиком. Без Ксюши. Но я могу сказать, что я 100% иду неправильно. Но мне все равно. Я иду с моста кидаться. Ксюша со мной не хочет, поэтому я иду без нее. Вот. Нет, серьезно, а куда они пошли-то? Мне надо идти на поле обратно. Ну, ладно. Погуляем по планерной. Почему бы и нет? Это так странно, потому что здесь везде все ходят. Я в Ксюшиной дождевике, потому что мне очень холодно. Не дай бог, не говори мне, что начинается дождь. Я же всех убью. Следующий вопрос. Надо загрузить Ксюшин прошлый влог, чтобы посмотреть, как мы бежали на поле. Потому что я абсолютно не помню, как туда идти. Наверное, надо идти, как обычно. Зайду, посмотрю стартовый. Потом спущу вниз, посмотрю. Я придумаю идеально. Сейчас везде погуляю. Ну, точнее, поищу Ксюшу, как обычно. Я не гуляю просто так. Так. Короче, Ксюши нет, знаете, Ксюша лох. Всем здрасте. Сейчас 20:04. Я все еще потеряла Ксю Хорс. Я вообще не знаю, где она. Наверное, на поле. Где у нас поле? Идем искать поле. Сейчас Ксю Хорс уже вернется обратно. Таким образом. Мне надо, чтобы я сидела там. Где она? Пусть она здесь. На самом деле я снимаю это только потому, что мне правда нихер делать. Точнее, мне нужно ее срочно найти. Я иду по какой-то жиже. О, какая умная. Кошка бежит. Там бежал. Ко мне пристали узбеки какие-то. Собственно, короче, вот. Класс. Надеюсь, они не хотели меня изнасиловать. Господи, вот я сейчас приду, скажу Ксю Хорс, что меня изнасиловали какие-то узбеки. Все из-за нее. Все из-за нее. Все виновата Ксю Хорс. Вот, наверное, она там. Если я дура и правда не могла сначала сюда прийти, я дура. Мне всегда так везет, что мне либо конюшня, либо поле всегда все рядом. Где я? Мне, наверное, мама Ксю Хорс уже не любит. Хотя меня так любила. Где она? Фак.
Ее тут нет. Идем дальше. Мы не остановимся перед трудностями. Мы идем ее искать. Они с ней там скачут. Надеюсь, это они там скачут. Идем по какой-то траве. Разминка. Мне вообще сюда можно. Да, можно насрать. Здесь я должна была ехать езду. Но так как там такая жижан, конечно, никто не поедет там езду. Хоть чайки, смотрите, ребят. Чайки. Чайки, чайки, чайки. Чайки есть, ксюхорс нет. Как это понимать? А вот там, наверное, ксюхорс. Или это Алена Нуждина? Алена Нуждина или ксюхорс? Очень похоже на Алену Нуждину. На ксюхорс не похоже. Мне насрать, я иду где хочу. Человек сидит на препятствии. Окей, если это Алена, где ксюхорс? Не то чтобы они должны были быть рядом. Но вот где ксюхорс, меня правда волнует. Потому что я ее ищу уже сколько. Очень информативный у Ксюши получится влог. No. Ее там нет. Еще я вся промокла. Вся абсолютно. А, я вся промокла, вся насквозь. Из-за чего? Правильно, из-за ксюхорс. В себе, да, не из-за ксюхорс. Надеюсь, я успею высохнуть. Перед тем, как бить эту ксюхорс. Валила и не сказала, куда. Я обошла уже все поля. Они, наверное, все-таки пошли вниз. Может, просто дойти до летников? Может, они уже просто ушли к летникам? А я тут как дура хожу. Не, ну то, что я как дура, это точно. Что я хожу в красном плаще с фотиком, говорю сама с собой, снимаю. При этом матерю ксюхорс. Еще бы я была не дура, еще больше я боюсь наступить на какую-нибудь змею. Ха! Класс! Хотя, надеюсь, она тоже меня боится. Значит, не туда, и ксюхорс смотрит это видео, если думает, господи, какая она идиотка. Знаешь, ксюхорс? I don't care. Ой, там что-то прикольное, вот сюда пойдем. Самолетик. Поле. Ой, какая стена огромная, видали? Вообще жесть. Где я? Нахожусь. Тоже, ой, какой классный треугольный препятствие. Никогда не ходила по треугольной красе здесь. Ну и слава богу. Потому почему? Потому что у меня мозги на месте, я не скачу треугольные. Цитата моего тренера. Ничего личного. А, собственно, где ксюхорс? Я тут, кстати, ни разу не была. Ага. Изучаем планерную с нуля. Шаг первый. Пройти по всем треугольным полям. Шаг второй. Нет второго шага. Просто ходить. Тут одно сплошное гребаное поле. Блин, конечно, это клево скакать. Я бы, блин, посмотрела эту хрень. Ой, там типа красиво, смотрите, небо красивое. Вот. Водичка. Меня это правда немножко пугает. Чтобы было еще класснее. Если бы сейчас приду, конечно, ксюхорс уже хомпей собирает. Нет, ксюхорс там нет. Там просто какой-то обрывч. Ну вот, куда я и направляюсь, собственно. Туда. В обрыв. Йоу! Собаки. Ща будем таскаться по планере с сушным потиком в шортах. С комарами и змеями. Клещами. И всеми. Полина и ее друзья. Здесь сейчас меня никто не остановит, не спросит. Скажу, я хожу по трассе трейборд. Изучаю. Еще надеюсь, что я вернусь обратно. Куда довозит Полина в поиске ксюхорс? Сейчас мы идем по змеям в обрыв. Я не знаю зачем, но я стараюсь думать так, что это сокращенный путь. Хотя на самом деле это ни хрена не сокращенный путь. Это путь через мост. Я надеюсь, что за это время ксюхорс успеет отработать хотя бы эластика. А мне тут вообще спуститься? Конечно же, ни хера мне там не спуститься. Я знаю, где мне спуститься. Надо бежать в таком случае. Бежали. Мне кажется, я ни хера не по короткому пути прошла. И, короче, вернуться назад. Я пойду здесь, пойду к лестнику, буду сидеть там. Ждать ее там. Пока эта мымра не придет.
не скажет ни хрен, где она была. Ну, тут прикольный лес. Я бы туда сходила. Нет, мне кажется, там правда классно. Я люблю лес. Все, мне же насрать, я так всю хорс, я ее забью. Еще хуже всего, что ее мама послала мне искать Тину. А я не нашла ни Тину, ни Ксю Хорс, никого. Побежала по всем полям. Вообще дикость. А, да я, кажется, ближе, чем я думаю. Боже, я наконец научилась ориентироваться по планерной. Ну, как ориентироваться? Я знаю некоторые дома. Кого-то режут. Жаль. Я знаю, что этот блок пока что очень скучноватым. Мне насрать. Потому что я ищу Ксю Хорс. Ксю Хорс нигде нет. Она как будто она пропала. Я сейчас их убью. Им... Пипосина. Я искала вас по всей планерной. Я их нашла. Я вас 20 минут искала по всей планерной. Ксюша Кузнецова. Ты что, меня искала? 20 минут. Ты снимала видео в это время? Да. Ты тупица. У меня знаешь, сколько памяти много? Много, в кавычках. А ты говорила много? На 20 минут. Класс. Это Ксюша Кузнецова, и сегодня мы будем нарушать законы. Сейчас мы будем, короче, нарушать правила. Ну ладно, чуть попозже. И еще? Мы хотим, чтобы об этом никто никогда не узнал. Поэтому у всех посмотрели на видео, будто практически удалены, и все в задницу. Да. Вот. Так что, у вас еще есть время. Да. The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. And people keeps missing, the clouds seem to fade. And every occasion I whisper your name. Сейчас будет совершаться опасный трюк. Главное, чтобы голова промерзла. Ксю Хорс будет лезть в дыру. Кормить лошадей ЦСКА. В дыру. В какую историю умалчивает? Мне кажется, я вот так не пройду сейчас. Сиськи надо было меньше растить. Нет, сиськи пролегут. Давай тогда... Надо вот так лезть. Ну попробуй. Нет, мне кажется, было лучше. Если ты так застрянешь. Сиська проклятая. Прекрасно, замок. Ты пролезешь здесь, попробуй. Я вот так боюсь, что я застряну вот так. Вылезешь тогда, я тебя вытащу. Прикольно. Давай. Может, ты пролезешь, ты-то точно пролезешь. Я не пролезу. Ты понимаешь, если голова пролезет? Кости больно. Зачем ты можешь, мне не пролезет голова. Спроси у своей мамы, что делать. Хрена лезть. Я же пообещала. Лезть. Блин, что мне делать? Лезть. Лезь. Лошадки! Лезь. Я к вам иду. Ты через что? Через вот эту? Да, через вот эту, самая широкая. Так, интересно, я вот так пройду? Попробуй. Нефиг было растить. Так, она прошла. Прикольно! Зараза, больно, сиськи. Что-то сыкарно, что если я так застряну, я не смогу вывести. У меня жопа пролезет. Скажи, начинай с ног. Хорошо, что я голову. Начинай с ног. Ты меня туда ногой. Это вот будет. Я хочу знать, как я буду оттуда вылезать. Значит, да, ногой. Так, отлично. Я так не пролажу. Пролазишь, давай. Если бы ты меня бы сейчас придержала. Сырферная шопа лезет. Мать, блин, я убираю. Я застряла. Лезь, давай. Я не лезу. Давай я легче попробую. Легче передом лезть. Давай я попробую. Я боюсь, что если ты застрянешь, мне влетит больше. Почему? Это будет веселее. Нет, уйди. Давай, да это будет веселее. Все. Блин, держи мне ноги, чтобы они вонят жопу. Так, сейчас тогда надену фотик. И ты будешь дать мне на жопу, чтобы я туда пролез. Хорошо. Ой, фига, легко пошло.
подымет. Это даже не поднимала. Я сама тут так? Да. Фига, у меня так жопа. Иди быстрее коней корми. Здравствуйте, мои хорошие. А ты снимала? Соня Лукина. Знай, на что я способна на этих лошадей. Я тебе завтра расскажу. Только быстрее давай. Ну да, ну да. Влезь обратно. Ты сейчас сядет. Если у тебя времени не хватит снять меня на видео. Вот понимаешь, Соня, на что я способна на твоих лошадей? Я бы разве... Я бы разве своих не полез? Фух! Ей! 20... Ой, так можно было все это время? А я снимала влог как дура. Просто без своего лица? Да. Что я вам могу сказать? Соня Лукина, ты торчишь мне очень много бабок. За мои... Дура. Потому что я, зараза, лезла к вашим лошадям, чтобы... Я не знаю. Никому не интересует твое лицо. Я просто лезла ради того, чтобы накормить ваших лошадей. Я даже не думала, как я буду открывать эту дверь. Я просто туда взяла и залезла, как осьминог. Да, это правда. И еще, короче... Есть пруфы. Сейчас... Ты можешь поднять повыше? Сейчас. Мне нравится твой нос. Все любят его. Сейчас... Так мы как... повторять подвиг Полинки Юдиной идем. Да. Сейчас будем убеждать охранника планеры, чтобы он нас выпустил. Впустил. А второго, чтоб пустил. А второго, чтоб пустил, потому что мы идем. Фига, люди думают, шизанутые. Как бы там трусы футбольские висят. В магазин, да, мы идем. А, там еще, наверное, праздник у некоторых, как обычно. А, у кого? У Ярославца? А, так я не пугаю. Так пойдем к ним на огонек. Идем к вам на огонек. Маша, Брова, держись. Что я вам могу сказать, ребят? Мы, как обычно, не нарушая традиций. Тут есть человек, если вы не видите. Полина Юдина. И мы идем на мост. Традиционно. Тут типа человек, как обычно. Йо, собаки. Я ровно год, как я вот прыгала с этого моста. Но вы личный приз, как я вот прыгала с моста после личного приза. Еду только завтра. Буду прыгать завтра утром, потому что сейчас нам стрёмно. Я сыкунья. Это признание, всё, пожалуйста.